Какие новшества избирательного законодательства ждут ульяновцев 18 марта? Об этом рассказали представители избирательной комиссии Ульяновска. Для этих целей в Доме Советов построили целый избирательный участок. Рассказать, а главное показать, было что. Вот, например, комплекс обработки избирательных бюллетеней. Или в обиходе просто урна. И не простая, а электронная. Прежде чем опустить бумажный бюллетень со своим голосом, прибор уже просканирует бумагу. Бюллетень опускает в КАИП лицевой стороной вниз. Если мы сделаем наоборот... Пожалуйста, выводите бюллетень по одному лицевой стороной вниз. Он нам подскажет, что делать. До этого на избирательных участках использовались образцы 2010 года. Для мартовских выборов машины обновили. Итоги голосования очень быстро, так сказать, совершают операции по приему бюллетеня, по возврату, если он, допустим, неправильно вставлен там и так далее. То есть они более удобные. Появились новинки в системе видеонаблюдения. Оборудование будет записывать и транслировать в интернет не только картинку выборов, но и звук. Все это разработано для поддержания порядка на участках и исключения вбросов и прочих серьезных нарушений. Видеонаблюдение у нас было только в участковых комиссиях, в территориальных не было. Сейчас будет и в территориальных комиссиях, то есть в тех помещениях, где территориальные комиссии будут принимать протоколы участковых избирательных комиссий. Это тоже очень важно, чтобы наши люди видели, как это происходит, какова процедура, чтобы все было понятно и прозрачно. Гости встречи – молодые парламентарии, юристы, представители кандидатов политических партий и общественные наблюдатели – получили возможность пройти демонстрационное голосование с использованием современных технологий. Настоящие же выборы в стиле хай-тек российские граждане оценят 18 марта 2018 года. Виктория Шикова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.